шайбу. Краснодару забил Грулев. Скучал по этому мему? Ну, наверное, нет, потому что хотелось бы, чтобы наоборот не было это одной команды, хотелось бы больше забивать, вот, поэтому, в принципе, нет. Меньше 3-4 голов после таких двух матчей теперь не ждать? Ну, хотелось бы, конечно, да, забивать в каждой игре столько, но пропускать меньше, естественно, потому что в каждой игре пропускаем. Вот, будем работать над этим. После такого тяжелого и психологически, и физически матча в Санкт-Петербурге сложно ли было настроиться на матч против Краснодара? Ну, играли ребята, которые меньше получают игрового времени. Вот, в принципе, у нас была задача выйти и выиграть. Собственно, ребята, которые играли больше, они получили отдых, вот поэтому хорошо задействована вся команда. Вот, и старались показать свой максимум просто и все. Сегодня ты успел сыграть и как центр-форвард, и потом переместился на фланг. Где тебе все-таки комфортнее действовать? И там удобно, но приигрывал с последним в центре, вот, поэтому, наверное, сейчас удобнее в центре, но если там пару матчей поиграть, попробовать слева, справа, ну, вопросов нет вообще. С приходом Марсела он тебя все-таки чаще использует в центре. Был ли у тебя с ним разговор на эту тему? Он сказал, что он тебя видит именно центральным нападающим? Нет, разговора не было на эту тему. Просто думаю, что на краях у нас достаточно игроков. Вот. Потому что мы играем 4-2-3-1. Нужен был второй нападающий. Я думаю, что из-за этого